Горная Ингушетия, маленькая страна башен. Изначально они были из двух этажей, а потом достроены были, как правило, 3 или 4 этажа. О чем может рассказать головной убор, аналогов которому нет ни у одного кавказского народа? Обязательный элемент курхарса была такая бляшка металлическая, которая символизировала солнце. Как хранят свои традиции и возрождают народные промыслы ингуши? Смотрите в программе «Самара. Многонациональная» на телеканале «Самара ГИС».